Этот городочек в Нью-Джерси называется Фермингдейл. Да, вот я ремень не пристегнула. Сейчас я пристегиваю ремешок. Это такой городочек малюпупенький. Ну, мы едем по главной улице, можно сказать, да? Фермингдейл. Видите, был указатель направо. А мы тоже поедем направо, да? Я хочу, знаешь, по какой-нибудь проселочной дороге поездить. Надо было вот сюда завернуть. Как раз вот там городочек-то сам, Саш. Да? Конечно. Ты уже... Нашли мы забегаловку, где можно перекусить и заправиться заодно, да? Да. Забегаловка называется под названием Вауа. Вауа. Все сюда едут ваукать. Кушать, то есть. Амкать. Ну иди. Да, давай заправляйся, а я пока засниму, как внутри здесь в этой ваве. Вот, здесь можно еду купить, сейчас мы посмотрим, кофеек купить можно. И сладенькое, и не сладенькое. Вот, и фруктики, и, ну, салатики, сэндвичи. Короче, сейчас что-нибудь выберем мы и будем... перекусим. А потом поедем уже в сторону дома. То, что мы сегодня на полдня всего вырвались. И больше нам нельзя. Вот, например, здесь, видите, вот эти фрукты все стоят. $2.59, $3, $2.59, $3.29. Вот такие вот. Вот эти маленькие стаканчики по 99 центов. Вот эти сэндвичи всякие по $5 в основном. $5 можно. Тут блинчики вот такие тоже, где-то они стоят, может быть, $5 штучка. Вот, а здесь можно выбрать уже горячие. Видите, price menu, right here. I'm sorry. И тут можно выбрать, вот на таких компьютерах можно выбрать еду. Вот. И потом они уже накладывают, какую вам надо комбинацию. Сейчас Саша придет, и мы что-нибудь закажем. Hello. Окей. Тут кофеечек. Со всякими штучками. Сейчас я кофеек покажу. Вот видите, тут всякие кофеечки. Regular, French vanilla, salted caramel, regular. Хезлнат, декаф. Ну, короче, всякие-всякие разные. Здесь вот тоже всякие напитки. Чоколад. Всякие напитки. Вот, и здесь сладкие тоже напитки. Вот. Ну, дети, конечно, хотят что-то сладенькое. Вот, даже, может быть, что-то... Тут вот всякие разные йогурты. Короче, вот такой вот мини-маркет и с едой. Тут можно купить холодные вот такие всякие напитки. Вот, в общем, на любой вкус. Попрыгушка-стрекозушка. А это все дополнения, всякие соусы, стаканчики, в общем, все такое прочее. Мы взяли еду на $13 с небольшим. Окей. Okay. Thank you very much. Thank you. Yes. У нас получается завтрак на траве.
Вот такой вот салатик. Кофе. И к салату дрессинг. Сейчас буду готовить салат. Очень, кстати, вкусно. Красота! Ребята, какой-то заброшенный завод, заросший весь травой и мхом. Интересно, как, да? Железнодорожные пути. А это что-то связано, ну, куда? Вправо, с пожарной влево, машиной. Вправо. Поехали влево, влево, налево, налево поехали, налево. Да, только налево. Ой, а прямо, смотри, Саш, там какие дома красивые. Поехали прямо, а? Я не могу. Можешь, можешь. Не можешь? Ну, поехали налево. Потому что я стал не тут полосу. Вот видите, какие тут ящики, а вот, почтовые. Ага. Ой, а тут вот дома в лесу начинаются. Вот это такой городок. Вот такие городочки. Справа и слева дома. Я не успеваю камеру куда направить, не знаю. Вправо или влево. Ездить по неизведанным местам, что-то интересненькое да увидишь. Лошадей. Лошадей, да? Да, потому что видишь мотогоны. А, да-да-да. Да, вот дровишки люди рубят. Дровишки. Городочек называется, как я уже сказала, Farmingdale. Не знаю, как правильно произнести, как произносят американцы. Я произношу, как я произношу. Тут какой-то мотоциклетный прокат или что-то. О, какой вориент домик со звездой смешной. Некоторые домики такие несчастные, а некоторые домики очень даже симпатявые. Очень даже ничего. Ой,
мы сейчас дальше едем. А там, по-моему, какие-то улицы будут более насыщенные. Мне так кажется. Уже мы в даунтаун едем, ребята, я так думаю. Улица более насыщенная, значит, это к даунтауну поближе мы подъезжаем. Куда-то к городочку, к этому. Куда? Направо, налево? А я не знаю, мне подсказывает интуиция, что мы должны направо поехать. Да. Окей. Направо. По-моему, налево мы оттуда как-то вот вроде ехали с той стороны. Так, бензин. Бензин стоит 2,49. Самый дешевый. Вот видите, такие городочки, ни одного пешехода, конечно же, нету. Даже на велосипедах никого нет, все люди обленились, все люди ездят на машинах и не хотят пешком ходить. Вот тут местная такая церковь, похоже, или что это? Да, какая-то церковь. А вот дядечка пешком идет, вы посмотрите-ка. Там живет, здесь убирается. Он тут живет, да? А, да-да-да, он тут живет. Так, а как, кстати, эта улочка называется, по которой мы едем? Как она называется? Main Street. Я вот там увидела указатель на столбе, это Main Street. В каждом городе есть Main Street, то есть это главная улица. Это типа нашей советской улицы. У нас, помню, главная улица в каждом городе была советская. Здесь Main Street. Это главная улица. Так, у меня такое вот пожелание сейчас куда-нибудь маленькую вот в переулочек вот туда свернуть. Ты можешь еще с Main Street куда-нибудь уехать? О, спасибо. Мы уезжаем в маленькие переулочки. Вот она, глубинка такая этих городочков. Там, где любят жить, вот на таких прекрасных улочках любят жить люди. Тут они любят жить. И я люблю такие улочки, между прочим. Смотрите, как здесь замечательно. Разве сравнить с Нью-Йорком, например, с тем же Бруклином или с Квинсом? Тут совсем другая жизнь, такая размеренная, спокойная. Настоящая одноэтажная Америка. Хорошие домишки. Хорошие домики, да. Но очень уж дорогие. Дорогие. Ну, как дорогие? 1700, наверное. Ну, да. Ну, а у нас иной раз квартиру в Нью-Йорке за такие деньги не особо не купишь. Ну, подешевле вот дома, видно, что подешевле. В зависимости от того, на какой улочке стоит дом. И... много факторов, не буду рассказывать. Участки довольно-таки приличные. Участки приличные, да. И лодки, вон я смотрю, лодки стоят. Замечательно. Дорогие. Ну, хорошие домики зато. Да. Да. Давай прямо проедем. Ну, то все равно то же самое. Ну, все равно, давай посмотрим на той стороне еще. Давай. Вот ту улочку посмотрим. Я ж не могу, дело в том, что я через тебя не могу. Ну, тут и машин-то мало, что тут через меня не можешь? Ну, как мне же нужно видеть, чтобы проехать. Ну, ты же видишь. Я же не совсем тебя загораживаю. Здесь то же самое, видишь. Ну, такие же приличные. Такие города. Стандартные вот улочки, как и везде. Хороший приличный городочек. Да. Очень дизайн, хорошие растения. У всех, у каждого тут дома тупик. Буквально свой дизайн. Да, вот с правой стороны вообще тупик. А с левой стороны вот улочка дальше пошла. Дальше там, наверное, не понял. Там тупик тоже. Тупик, да. Ну давай налево поедем. Вот продается дом, видишь. Вот, домик белый продается, да, там объявление. Да. Ага. Ага.
дают домик дяденька. Такие. Вот это штуки. То же самое. Да, 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 продаются домики. Окей. Направо едет? Да, направо. Брук-стрит. Вот воду таскает, нет, чтобы... Фильтр поставить, да? Да. Ну да, вот какие они бестолковые иногда. А вот это вот подешевле уже. Там маленькие вон там домики. Тут домики буквально на любой вкус. На любой вкус. У кого подороже, у кого денежка есть, подешевле. Можно найти, каждый может найти себе по вкусу и по цене домик. Домик. Ну, конечно, в каждом городе есть престижные улочки, непрестижные улочки. Разные, всякие разные. Вот. Вот этот дедушка что-то тут все ходит, чистит. А, мы здесь проезжали, да? Да, мы сюда поехали, сейчас направо. Направо, да. Красота, да и только. Там дом строится с левой стороны. Да, там большой. Да, большой такой дом. Ну ладно, пока прерываюсь. Лондромат. Видите, тут прачечная. А здесь вот какие-то квартиры, да? Да, а здесь квартиры просто. Парковки. Да. Fermindale Gardens. Каждый апартмент вот такие вот комьюнити под каким-то названием. Все. Пока-пока-пока. Это пока. Уже выезд. Это уже выезд, ага. Да. Окей. Лес начинается. Жить в таком городке, конечно, скучновато. Мне было бы. Именно здесь, в Нью-Джерси, потому что... А зимой здесь снегом занесет даже, наверное, да? Не очень-то. Лучше жить в Южных Штатах. Там круглый год тепло и приятно.